как при этом обеспечить загрузку не то что на уровне, а даже выше и при этом продаваться дороже. Если взять, поставить там два геокупола или там два фрейма, неважно там какой тип дома, и у одного из них поставить купель, а у другого не поставить, вопрос, где будет выше загрузка? Ну, очевидно, у того, где есть купель. И уже тогда на этапе концепции, на этапе там мастер-плана, я принял решение, что у нас абсолютно все дома будут с купелями. Несмотря на то, что вот, да, там мы еще баня, бассейн, у нас это изначально было в мастер-плане. Почему? Потому что вот этот вопрос приватности, с одной стороны, да, когда ты не в общем бассейне, да, а у тебя у домика своего есть купель. И плюс вопрос гигиены, да, ну, кому-то важно, что он там, это только там члены его семьи, и он сам принимает там эти водные процедуры.